люди из Сирии бегут прежде всего от боевых действий, которые навязаны в значительной степени извне, путем поставок вооружений и другой специальной техники. Люди бегут оттуда от зверств террористов. Мы знаем, как они там зверствуют, как они умерщвляют людей, как уничтожают памятники культуры, о которых я уже говорил и так далее. Бегут от радикалов прежде всего. И если бы Россия не поддерживала Сирию, то ситуация в этой стране была бы еще хуже, чем в Ливии. И поток беженцев был бы еще больше. Поддержка законного правительства Сирии вообще никак не связана с потоком беженцев из таких стран, как Ливия, о которой я уже упоминал, Ирак, Йемен, Афганистан и ряда других стран. Мы не дестабилизировали ситуацию в этих странах, в целых регионах мира. Не мы разрушаем и разрушали там государственные институты власти, создавая вакуумы власти, которые немедленно заполняются террористами. И поэтому никому не удастся переложить, как у нас говорят, эту проблему с больной головы на здоровую.